Всем привет, друзья, я в команде Большого Взрыва Beauty Bomb. Если ты не в курсе, это новый бренд, который делает красоту вместе с Катей Адушкиной. 9 августа в Москве пройдет крутая презентация Beauty Bomb и премьера нового клипа Кати Адушкиной. Я буду в центре событий и буду вести для вас прямую трансляцию в Инстаграме. Ну а если тебе больше 15 лет и ты живешь в Москве, либо можешь приехать в Москву в это время, то этот конкурс специально для тебя. На своей стене ВК я разыграю 5 билетов на эту презентацию. Внимание, ты можешь пойти сам и пригласить своего лучшего друга. Чтобы выиграть в конкурсе, тебе нужно просто подписаться на Instagram Beauty Bomb Russia, сделать репост этой записи и отметить ВК в комментариях своего лучшего друга, с которым ты пойдешь. Внимание, 7 августа среди репостнувших я выберу 5 человек, которые пойдут вместе со мной на эту вечеринку. Ну а 9 августа в Инстаграме Beauty Bomb Russia я буду вести прямую трансляцию. Обязательно приходи. Участвуй в конкурсе, приглашай друзей и удачи тебе. Всем привет, друзья, и все фанаты D-Story и Akemi Time ставят лайк под видео и также ставьте лайк за вот такие перчатки. Мне очень жарко, но ради вас я готов записывать в них, потому что они очень милые. Неделя пародий на моем канале продолжается, и прямо сейчас мы посмотрим аж две пародии на Катю Адушкину. Жги, зажигай. Первая на сегодня пародия — это D-Story, Катя Адушкина, зажигай, зажигай с D-Story-ками, хэштег под этим видео. Ну и вторая на сегодня пародия — это Akemi Time, мой любимый блогер, Катя Адушкина, зажигай пародия. В чем прикол этого видео? Люди говорят, что в конце этого видео есть на меня якобы отсылка или прикол, связанный со мной. Я очень хочу посмотреть, и сегодня мы это сделаем. Народ, давайте устроим батл. У меня в комментариях напишите, кто лучше, D-Story или Akemi Time. Я скажу так, я обожаю канал D-Story за их детские пародии, за их уникальные детские пародии, которых нет во всем, наверное, интернете, на русском ютубе. Ну, Akemi Time — это просто моя любовь. Это просто, знаете, вне очереди проходит в мой топчик, и все равно я ее люблю. Обязательно подпишись на мой канал, если ты впервые на моем канале. Погнали! Воу, это Рома, я уже слышу минус, который вы сделали, друзья. Давайте. О, это ваша собака? Ого, это Диана. Это же Диана, да? Вот здесь прям такой минус, как будто это, знаете, гимн Кока-Колы в России. Хочется пить колу под эту песню, хочется пить просто сладкую воду, знаете, и смотреть этот клип. Собаки очень клевые, собаки. Пародия с животными я никогда не видел. Вот чем мне нравится D-Story? Удивляйте. Почему? Ребят, почему вы мне сказали, что здесь будет пародия с животными? Вот за это я и люблю D-Story. Вот просто я похлопаю. Друзья, ставим лайк за такую пародию. Вот просто хотя бы за этот момент лайк под видео. Я в шоке. Это круто. А что это за порода? Ну, как игрушка. Я сейчас просто растаю. Он, знаете, как маленькая игрушка такая, с ним охота играть. Милый пушок наш, милый пушок. Милый пушок наш, милый пушок. Милый пушок наш, милый пушок. Как вы это сделали? О мой бог, мне очень страшно. Вот это да. Да! Вот это да! А вот. Вот это да, все мы желаем таких миленьких щенков.
Я не могу смотреть это видео, потому что я растаю. Я не могу смотреть это видео. Как вы это сделали? Это круто! Это очень круто! Зажигай с дисториками, вот так называется хэштег, друзья. Пишем его в комментариях этого видео. Минус. Если вам понравился этот клип, давайте наберем 40 тысяч лайков. Если вам понравилось это видео, 50 тысяч лайков. Да-да, ребята, и пишите под Катиным видео, зажигая здесь столиками. Ссылочка в описании под видео. Пока-пока! Вы меня спросите, а в шоке ли ты, Рома? Я в шоке, дорогие друзья. Я просто ставлю лайк, беззаговорочный лайк под этим видео. Переходите под это видео, пишите, что вы пришли от Ромы Субботина. Это будет очень мило. Ну и вторая не менее интересная пародия, это Акеми Тайм. Катядушкина, зажигай пародия. Очень интересно, что же вы придумали Акеми. Сделай пародию. Акеми, сделай на меня пародию, Акеми. Мне кажется, или голос... Я, может, настолько давно не смотрел Акеми, но мне кажется, у нее голос... Ты с голосом поработала? Неплохо, неплохо, Акеми. Нравится футболка. Подожди, что? Будто бы накрыли холодильнику на кухню и рядом с ней. Забываешь о проблемах и... Давай! Жри, забирай свой стресс. Опять еда, опять жри, как это было с Таней Волковой. Неудивительно, что девушки всегда хотят есть. Жри, зажирай свой стресс, зажирай. Жри, зажирай, друзья, жри, зажирай. Как это страшно! Сколько еды! О мой бог, это разрыв! Вот это монтаж. Нужно было есть, это нужно было доесть. Это было бы так эффектно. Я хочу себя увидеть. Я хочу себя увидеть, пожалуйста. Я не понимаю, что она говорит. Окей. Вот Акеми, шутки шутками, но вот я единственный человек, который реально вслушиваюсь в твои слова и понимаю, в чем же смысл этого клипа. Один человек из 100 тысяч, наверное, кто посмотрел этот клип. Сколько еды, сколько еды, сколько еды. Опять ты ешь. Я адекватный понимающий зритель. Друзья, хватит видеть что-то плохое в каждой видео. Это я был! Делай таких больше отсылок, мне это очень нравится. Я ж прям покраснел, и я прям... Ах, космос бы улететь. Вот, на самом деле, видео Акеми достойно лайка от нас всех. Друзья, переходим на видео Акеми, ставим лайк и пишем в комментарии, что вы пришли от Ромы Субботина посмотреть
последнюю сценку. Акеми, твоя команда, твои родители, это было очень круто, спасибо тебе за пародию. Зажигай, спасибо, что ты не опозорила. Зажигай у Кати Адушкиной, огромное тебе спасибо, это было прикольно. Окей, друзья, сегодня мы посмотрели две пародии на Катю Адушкину «Зажигай», и две пародии мне абсолютно понравились, и я призываю вас ставить лайки под этими пародиями, также лайк под моим видео, если вам понравилось мое видео. Все ссылки на социальные сети, на ВК, на Инстаграм мне в описании ролика, переходи, добавляйся, жду тебя там. Новое, свежее видео уже завтра, подписывайся на канал, не пропускай.